его на канале Тик-Таки Кук. И я сегодня буду оставлять мебель на нашего домика. У нас появилась новая мебель для кукольного домика. И нам нужно ее расставить. Вот тут вот дверь, вот тут вот ходит бабя. Да. У нас появился обеденный стол. Мамочка, а давай мы на дверь ставим, чтобы обеденный стол поместился. Обеденный стол ты хочешь поставить на первом этаже, да? Да. Ну тогда, конечно, нам нужно убрать наших зверей. Вот сюда. Давай туда. Мы кукольный домик переставили. А ты знаешь, что там кошечки? Нет. Что в корзиночке? Маленькая кошечка. Это котенок. Да. Пусть. Ладно. Я поставлю окно. А почему ты решила поставить на верхнюю полку? Потому что так может бабе перелазить из двери. Через балкон прыгать? Да, нет, ну не прыгать, а вот так. А, понятно. Хорошее решение. Или она может просто выйти на балкон, посмотреть на своих зверей. Или покормить их с балкона, да? Вот. Все, зверей расставили. Ты думаешь, нам хватит места здесь, чтобы установить обеденный стол? Да? Ну давай тогда будем устанавливать. Ставим стол. Стулья. Расставляй стулья. Вот эти со спинками две стулочки мы поставим по краям, да? Вот эту, вот эту. Две туда. Отлично. Держи вот этот стол. Вот сюда его ставим. Чтобы было плохо от фильма, видишь? Угу. То так не сможет она выходить. Хорошо. Вот. И вот этих вот два стула сюда. И теперь нам нужно накрыть стол, правильно? Да. Давай будем раскладывать салфетки. Садись в эту стороночку, я буду тебе помогать. Есть такое блюдо с фруктами у нас. Ставим посерединке. Бутылочка с вином. Все, ребята, мы накрыли стол. Посмотрите, как у нас получилось. О, а это шутка. О. Обеденный стол мы установили, но у нас же еще появился автомобиль. Автомобиль для нашей Штефи. Ты сразу придумала гараж. Вот это класс. Теперь наш автомобиль стоит под крышей в гараже. Я просто тут смотрела и видела, что тут можно автомобиль поставить. Отличное решение. Но у нас же еще появился бассейн для Барби. Но мы его, наверное, установим прямо перед домом, во дворе, да? Вот здесь будет стоять у нас бассейн. Или может вот тут вот как? Ну, можно и там. Давай мы его соберем. Да, и будем купаться. Так, давай стаканчики поставим тут. Один стаканчик тут, один стаканчик тут. И горку. Чтобы у нас скучно не было. Все, готово. Ну что, наполняем наш бассейн, да. И будем купаться? Они будут купаться, не мы. Они будут купаться, не мы. Точно. Прежде чем им купаться, надо им одеть купальники. Правильно. Кто у нас будет купаться? Выбирай. Штефи и Барби? Ну, доставай, давай мы их переоденем. Вообще, это не Штефи, а будет Барби и Барби. Две Барби? Да. Хорошо, как скажешь.
Давай мне одну Барби, я буду переодевать. Ой, еще одну Барби. И ты бери другую. Мы пошили два купальника. Да. У меня самые красивые туфли. После я буду отдавать тебе, да? Да, переодеваю. Ты выбрала себе разноцветный такой купальник, да? Да. А мне белый? Да. Хорошо. Барби наши переодели купальники, уже готовы купаться. Давай, ныряем. Давай. Еще я. Это же не так. А теперь я. Ой, 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 ой. Жди меня. Я поднимаюсь. Ой, ой, ой. Отходи, я съезжаю. Люблю купаться в бассейне, люблю нырять. Еще раз, побежали. Теперь моя очередь. Ой, ой. Ух, застряла. А я на зонтике ждала. Куда ты залезла? Ты что, загораешь? Нет, она на зонтике ждала, не потому что она могла тянуть сюда ноги или вообще Рапунцель. Давай еще Рапунцель позовем. Все вместе покупаемся. А может она сама нам придет? Да мне зла. Я тоже раздета. Хопа! Привет, Рапунцель! Привет! Давай купаться! Давай! Ладно, спускайся. Ой. Девчонки, я предлагаю просто посидеть в бассейне, выпить коктейля. Вы согласны? Согласна. Сейчас я к вам спущусь. Коктейль упал. Ух, это нехорошо. Классный коктейль, Барби. А с чем ты делала коктейль сегодня? Вкус такой непонятный. Ну, наверное, я думаю, с вишней. Вишневый коктейль? И с виноградом и с вишней, я думаю. О-о-о. Все, ребята, всю мебель мы расставили. Барби покупались, машину положим. Всем пока, подписывайтесь на канал и палец вверх!